Vasudevayam. Санскрита нет. Так, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам. Песня 4, глава 4, стих 9. Gal lietuviška tada reikia pasiimti knygą, ar kaip čia mes kartuosim. Tam agatam tatram nam kaschanadriyat vamanyam yajnakritom bhayaj джанах рте сваср ваи джананим часадарах премашру кантхаях паришасваджур муда Свастрваи джананим часвадарах Ртесвастрваи джананим часвадарах Часадарах Премашру кантхях Паришасваджур муда Премашру кантхях Паришасваджур муда Тамагатам татрана кашчанандрият Саваманитам яджна крито бхаядж джанах Рте сваструвай джна наним ча са оказал прием Виманинам не оказав почтения Яджна критах того, кто совершал жертвоприношение дакши. Бхаят боясь. Джанах личность. Рте за исключением. Свасхр ее сестер. Ваи действительно. Джананим матери. Ча и саадарах с почтением. Према ашрукантхях у которых из-за любви слезы подступили к горлу. Паришасваджух обняли муда с радостными лицами. Дивини. Китури-китури дивини. Как ты септинт? О, дев. Ну я. Ты пуслупи дивини порасчита. Ну, короче. Герой. Аж пяски ту вена карта не реке с картой. Арудра бхагам там авекшья чадгаварам питра ча деве крита геланам вибхау анна драти Яджна садаси адхишвари чукопа локан ива дхакшьяти руша.
Рудра Бхагам, не имеющие даров для Господа Шадхи Швари Сати. Чукопа сильно разгневалась. Локан 14 миров. Ива словно. Дхакшьяти сжигая, руша гневом. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шивы, но и не оказал должного приема ей, великой супруге Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Ом аджинана тимирандасья, аджинана аджинана шалакая, чакшуру милитам яна тасмай шри гураве намаха. Нама ом вишну падая, кришна приштая, бутали, шримати бхактивиданта свами нитинамине, намасте сарасвати деве гауравани прачарине, нирвише шашуньяваде пашатьяде шатарине, мукам кароте вачалам пангум лангая те гирим, яткрипатамахам вандея шри гурум динатаринам, шри кришна читанья прабу нитянанда, шри адвайта гададхара шивасади гаурабхактавринда, хари кришна, хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Комментарий не прочитал. Принося в жертву огню различные дары и произнося при этом ведическую мантру Сваха, жрец, производящий жертвоприношение, выражает почтение всем великим мудрецам, предкам и полубогам, включая Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Вишну. Шива – один из тех, кому по традиции выражают почтение. Однако Сати, присутствовавшая на жертвоприношении, услышала, что брахманы не произносят мантру, которую повторяют, принося дары Господу Шиве. «Намах Шивая Сваха». Она не приняла близко к сердцу обиду, нанесенную ей самой, поскольку решилась прийти в отцовский дом без приглашения, но она хотела удостовериться в том, что ее мужу оказывают должное почтение. Встреча с родственниками, сестрами и матерью была не так важна для нее. Когда мать и сестры поприветствовали ее, она даже не обратила на это внимания, так как все время думала о том, что ее мужу было нанесено оскорбление. Когда она поняла, что ее муж был оскорблен, ее охватил страшный гнев, и она с такой яростью посмотрела на отца, что Дакша как будто запылал под ее взглядом. Еще раз стих. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шивы, но и не оказал должного приема ей, великой супруге Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Ну вот, мы продолжаем изучать, как Сати посещает дом своего отца, она приходит на жертвоприношение. Это великий праздник, там собирается очень много людей, это все очень красиво устраивается. В общем, она пришла для того, чтобы посетить родной дом, потому что женщинам свойственно тянуться в родные края, потому что они более склонны к родственным отношениям, чем мужчины. Мужчина не более отречённым, им легче это переживать, а женщина, она как бы постоянно, вот она хочет посещать родной дом. Она была отделена от сестер, от матери, и когда она пришла туда, то вот она увидела, что жертвоприношение уже началось,
И вот ей навстречу выбежали мать и сестры, вот любимые сестры, которые хотели, ну, ее увидеть, соскучились по ней. Но она не обратила слишком на это внимания, а она сразу обратила внимание на то, как почитается ли ее любимый муж Шива. Вот, и мы здесь видим, какие эмоции, какая драма разыгрывается вот здесь, потому что здесь пишется о гневе. То есть гнев, он два гнева есть: гнев у Дакши и гнев у Сати. И по природе они отличаются, эти два гнева. Потому что Дакша, он гневался и за самого себя, то есть мотивы разные. Гнев может быть разный, то есть может он идти на созидание, может идти на разрушение. Вот, и Дакша гневался за себя, из-за того, что ему почтения не оказали. Это один вид гнева, то есть он исходит из эгоизма. А Сати разгневалась из-за того, что не из-за себя, вот как тут пишут, что и она, в принципе, даже не обратила внимания, что там ей какого-то почтения не оказали, там, или вот как-то даже вот мать и сестры выбежали навстречу, она как-то даже не особо и к этому была и привязана, как бы, ну, ей хотелось этого, но просто в тот момент она увидела, что Господь Шива не почитается так, как должно было быть. Вот. И ее гнев был совсем другим. То есть она не из-за себя гневалась, она гневалась из-за того, что Господа Шиву не почитают. То есть вот это две разновидности вот проявления гнева. Один из-за себя, и то это гнев в невежестве. Вот, а есть такой гнев, когда вот, в принципе, гневаться разрешается, если мы не за себя, да. То есть мы, в общем, в принципе, по правилу если нас оскорбляют, то мы должны принять это оскорбление и быть ну, просто принять это и все, как милость, как очищение, то есть и не гневаться. Вот. Но если нападают на кого-то из преданных, то здесь мы уже можем проявить, ну, в общем, мы должны защищать. Вот. И, в принципе, здесь все правильно. И Сати вот проявила именно такой гнев. Вот. Если мы защищаем какого-то преданного или если кого-то оскорбляют, то нам как бы полагается защитить этого преданного. Вот. И, ну, если мы ничего не можем сделать, ну, изменить ситуацию, тогда нужно просто уйти. Вот. У Сати был гнев такой сильный, что она была даже готова испепелить взглядом своего отца. То есть здесь вот опять же есть такие затронутые родственные связи, несмотря на то, что это даже не чужой человек был для Сати, это семья, и это был отец, который ее породил. Но когда касается дела высших принципов, религиозных принципов, то здесь уже родственные связи, они уже здесь как бы гаснут, и иногда вот надо просто выбирать или идти на поводу родственных связей, или просто держаться вот этих высших религиозных принципов. Здесь вот еще один такой момент есть, что здесь совершался обряд, но не почитали Господа Шиву. Здесь есть очень тонкий момент, что если мы совершаем религиозную деятельность какую-то, но исключаем из обряда, то есть сам смысл теряется, если мы исключаем из обряда личность, кому это все посвящается.
То есть такая деятельность, она вообще считается, как бы даже материальная, она плодов не приносит, потому что зачем произносить какие-то мантры, если нету объекта, кому эти мантры посвящены? Ну, в принципе, это ну, логично, как бы. Ну вот, и вообще это очень даже как бы странно так, что вот здесь ну, должны вот это в обряд включаться и почитание Господа Брахмы, Господа Шивы и Господа Вишну. Вот. И тут вот пишут, Шива — это один из тех, кому по традиции выражают почтение. Традиция была нарушена. Вот. И, в принципе, здесь вообще все как бы было, ну, много что было неправильно. Вот. И когда вот Сати это увидела, она, естественно, она пришла в гнев. То есть гнев иногда, вот он оправдан тогда, когда нарушаются какие-то религиозные принципы. И когда нужно все поставить на свои места, вот, то есть не, ну, не всегда получается говорить по-хорошему. То есть преданные, они тоже живые люди, и они могут испытывать разные эмоции, вот, и они также могут также испытывать гнев. Только вот опять же, вот гнев, какой мотив, по какому поводу человек гневается. Потому что я ну, много раз даже видела, как ругаются духовные учителя, допустим, на своих учеников. У них нету внутри какой-то ненависти, а есть просто гнев с таким мотивом, что просто человеку дошло, чтобы он услышал, потому что... Как? Да, то, что человек иногда по-хорошему не понимает, и, вот, и иногда приходится вот просто повысить тон для того, чтобы человек услышал, потому что по-хорошему человек не слышит. Вот, и вот такой гнев иногда ну, бывает. Иногда нужно какую-то строгость проявить для того, чтобы, опять же, человек, если немножко распущенный, то вот его просто собрать так. Вот немножко так строгость, она ну, человека... как бы делать более серьезным. Вот. И потому вот есть вот разные виды гнева. И только, вот как я в прошлой своей лекции говорила, что есть вот этот гнев, в котором Кришна отсутствует, гнев с ненавистью. Вот. Другие виды гнева, они как бы оправданы, но вот гнев с ненавистью, в этом гневе уже Кришны нет. Вот. И здесь... Сати гневается на своего отца. Она гневается настолько, что она готова даже его испепелить своим взглядом. Вот. И здесь я хочу подчеркнуть то, что как обуславливает материальное сознание. То есть человек попадает под влияние вот, трех гун материальной природы, и он уже ничего не может с этим поделать, потому что гуны начинают им полностью управлять. Вот. И душа, она попадает в плен материальной энергии. Вот. И обусловленная душа действует под влиянием материальной энергии. Когда вот у нас завладевают эмоции, и когда мы ими не можем управлять, мы уже должны понимать, что нами управляют гуны материальной природы. И здесь мы уже просто вот полностью под влиянием материальной энергии. Вот. Если мы, даже если не можем уже управлять этим эмоциям, мы хотя бы должны логически или как бы на уровне ума понимать, что происходит. И когда мы это знаем, то хотя бы ну, частично можно уже это, срегулировать это вот действие. Вот. И потому вот, когда вот здесь вот все вот эти события происходят вот на таких эмоциях, вот на таких вот на волне, как говорится, вот Дакша там сердится, Сати сердится, в общем, такой всплеск эмоций. Вот, и мы видим, что когда вот нами завладевают вот какие-то вот гуны, то майя становится на непреодолимо просто. Ее очень тяжело... Ей очень тяжело управлять.
Вот, и как избавиться от майи, то надо соприкасаться с объектом, на кого майя не влияет. Это или гуру, или духовный учитель, или сам Кришна. Вот, и чтобы вытянуть живое существо из майи, надо слушать преданного. Надо слушать преданного, у которого есть в сердце смирение, терпение, любовь. И вот это желание передать чистоту знания ведического, неискаженного ведического знания. Вот. И чтобы влиять на людей, правильно влиять на людей, надо обладать благочестием. Вот, и я просто вот, хочу вот затронуть вот это спектр речи, поскольку вот когда Дакша произносил какую-то речь тоже, то как он произносил. И вот есть такая притча, мне вот как-то она очень нравится, что не помню, или в церкви, или в костеле, в общем, собралось много людей. И вот один человек зашел в эту церковь и видит, что за место пастыря лекцию читает сам дьявол. И он читает лекцию, в общем, проповедует прихожанам и говорит правильные вещи. И он все говорит как бы так, как положено, все по шастрам, по писаниям. Вот. И все слушают его. И когда лекция закончилась, и вот этот человек, прихожанин, он подошел к этому дьяволу и говорит: «Ты дьявол?» Говорит: «Я узнал тебя». Он говорит: «Да». Говорит: «И что?» Говорит: «Так... Но ты говорил правильные вещи». Он говорит: «Да». Он говорит: «Тогда чем отличается твоя речь от речи других священников?» «А, — говорит, — ну вот здесь, — говорит, — собака зарыта. Говорит, здесь я... Это отличается тем, что я говорил без любви. В моей речи любви не было. И то, что говорится без любви, просто эти люди делать не будут. Потому моя речь была бесполезной». Вот. То есть можно говорить правильные вещи даже, можно говорить по шастрам, но если в этой речи нет любви, нет преданности, нет веры, то это все просто, в общем, как бы все в трубу вылетает. То есть люди следуют этим словам только тогда, когда в них вложена любовь, вложена шакти, вложена вера. Вот тогда это работает. А просто на уровне гьяны это, в общем, как бы... Ну, это должно в сердце заходить. И потому вот сатана говорит, что все равно люди следовать этому не будут, что я говорил. Очень интересная такая притча. Вот, и то есть наши речи и наше служение, оно должно подпитываться духовными эмоциями. Когда в нашу речь вкладываются вот чистые духовные эмоции, то тогда это начинает действовать уже совсем в другом русле. И вот говорится, что если в служении нет духовных эмоций, то это просто материальная деятельность. Вот как вот и вот с этим, вот, ну, эта притча вот с этим сатаной. Вот, и потому то, что мы делаем, у нас мы всегда должны следить за тем, какие у нас мотивы, и вообще это как бы что сопровождает вот то, что мы делаем. Как вот Ниранджана с вами, он сказал вот на зимнем фестивале, как-то вот я даже записала его цитату.
он как говорит, нужно заглядывать в свое сердце, чтобы увидеть мотивы своих поступков. И это искренность. Вот. И когда мы вот что-то делаем, то иногда мы даже не понимаем, почему мы это делаем. То есть мы это делаем как бы на автоматически что-то, на автомате. Вот. И это значит, что действия наши очень поверхностные и просто они даже могут и не приносить никакого, никаких плодов. Ну вот, но мы должны делать это осознанно и все время следить, что же происходит у нас внутри, какие мотивы, какие эмоции. И вот, как говорится, вот Махарадж говорит, что мы должны заглядывать в свое сердце, все время смотреть, что там происходит. Вот, и эта искренность проявляется в том, что мы всегда отвечаем за то, что мы делаем, за то, что мы говорим, и то, что мы делаем, это и есть искренность. Вот. А демоны, они никогда не заглядывают в свое сердце. Они просто руководствуются своим ложным эго и руководствуются просто какими-то импульсами, которые исходят из ложного эго, как вот делал Дакша. Вот, он не заглядывал в свое сердце, потому что если заглянет, то, там, конечно, увидит такую картину, которая ему и не понравится, потому что демоны обычно и не заглядывают, потому что это очень неприятно. Вот, потому что заглядывают те, кто честен сам перед собой, и кому очень важно, что его духовный прогресс, и кому важны вообще результаты его деятельности. Вот, ну, благочестивые, вот именно благочестивые результаты деятельности. Кому это не важно, кто просто преследует цель, личные какие-то цели, то зачем ему это нужно, в принципе? Вот это демоническое ему настроение. Вот, и потому бхакты, вернее, не бхакты, не могут понять обмен любовью. Обмен любовью происходит только между преданными. Вот. А когда общаются непреданные, то там очень часто происходит вот ругань, брань, какая-то вот всякие обманы, подозрения и так далее, и так далее. В общем, весь набор вот этот кармической деятельности. Вот. И потому вот это вот чистое сердце непреданным понять очень сложно, поскольку они не следуют религиозным принципам. Вот, и потому это означает то, что людям не хватает духовной энергии, потому вот они живут вот именно таким образом. Они не следуют религиозным принципам, они не чистят свой ум, все эти наслоения, ну, вот материальное наслоение, то есть, и потому майя владеет, и энергии не хватает, нету доступа, все закрыто. Вот, и потому человек как бы задыхается, он несчастен, а из-за эгоизма ему кажется, что виноваты другие, но поскольку эго не позволяет, он свое сердце не заглядывает, не может в этом разобраться. И потому вот эту вот всю боль он выливает на других. Ярость, вот этот гнев, вот это выливает на других. Энергия не поступает. Сердце закрыто, энергия не поступает. Ум тоже закрыт. Вот. И это происходит при нехватке вот духовной энергии. А когда не хватает духовной энергии, то трудно выйти на духовную платформу. Вот это проблема очень многих людей. И это также проблема Дакши. Вот. И когда вот не хватает духовной энергии, то вот будут проявляться вот такие качества, как вот критика, как дурное поведение, и также проявляются материальные желания. Вот. И вот это все говорит о том, что просто человек сидит на минимуме практически, вот, то есть как батарейка вот такая вот. Или вообще она погасла, или она вот уже просто вот уже вот сейчас вот разрядится, как вот мобильником, да, хватает одно деление осталось, и все, и сейчас уже там пипсеть начнешь, что уже пора подключать.
То есть вот мы то же самое, вот как батарейки, мы должны быть все время вот подключены для того, чтобы к нам поступала вот эта духовная энергия, чтобы наша батарейка духовная, она была полной всегда. Тогда нам хватает качеств выдерживать какие-то ситуации, вести себя правильно, то есть вести себя без критики, без осуждения и вести себя так, чтобы наше поведение также положительно влияло на других людей. Это значит, что духовная энергия к нам поступает правильно, и мы как ну, по крауте, короче, заполнены, загружены, да. Вот, и заряжаться нужно обязательно. То есть, если нам не хватает духовной энергии, у нас проявляется вот критицизм или еще вот какие-то такие негативные вещи, это как сигнал того, что нам пора уже заниматься чем-то духовным, и вот просто, ну, просто это сигнал. И нужно заряжаться. И это для чего? Для самообладания. Человек, если не собой не обладает, как бы, ну, нету самообладания, это значит, что его батарейка на нуле практически, духовная батарейка. Вот, это нужно для самообладания, для проповеди, потому что мы также не можем проповедовать, если у нас не хватает духовной энергии. Вот, просто для хорошего поведения, потому что для хорошего поведения мы черпаем энергию, откуда? Из чистоты мы берем эту энергию. А чистая энергия, она духовная энергия. Вот. И также это нужно для духовного прогресса. Вот. Эти вещи нам просто необходимы. И для того, чтобы заряжаться, мы должны постоянно быть подключены к духовной энергии. Вот. Демоны этого не делают. И потому их постоянно прорывает вот на какие-то негативные вещи. И, в общем, практически вот весь мир такой тонет в этом. Ну, просто катастрофа. Вот потому мы проводим вот эти харинамы, проповеди. Вот. И желание славы, вот это желание славы, это также демоническая наклонность. И если, как вот у Дакши было, вот, он делал все так, чтобы появилось вот это использовать людей для того, чтобы вот, ну, как бы повернуть все так, чтобы вот слава была на его стороне. То есть он и так был сыном Брахмы, это и так уже высокое положение, но гордыня, она ослепляет человека, и он, ему всегда этого мало. Он хочет этого больше и больше, и... но он не может наслаждаться играми Господа, потому что гордыня мешает ему это сделать. И наслаждаться играми Господа могут только те, кто избавился от желания славы. Вот. Это очень важный аспект. И вот кто... ну, вот я даже вот в лекциях слушала, что даже вот есть даже преданные, кто вот практикует сознание Кришны, но у них вот есть это желание славы, желание почета, то эти преданные, они все равно занимаются как бы материальной деятельностью. Как бы, но, то есть мотив другой этим, преданного служения. И плоды, они ну, приходят как бы в искаженном виде в таком. Вот, там как бы вот это ГМО туда закачано, в общем, и, в общем, ну, такое, эта деятельность, она отравлена славой. И потому, помню, как в одной лекции даже Бхактивигьяна Махарадж говорил, что желание вот власти, славы, это еще более такие... качество более сильное, как бы более завладевает человеком, чем даже желание секса. Вот настолько оно сильное, то есть оно вообще просто все перекашивает. Вот, и, то есть это очень опасное желание, то есть демоническое желание. Вот, и потому вот, Дакша вот обладал вот именно таким вот качеством. Вот, и потому...
Вот Бхакти, Бхактисиданта Сарасвати вот также говорил, что гордость — это высшее проявление глупости, ибо нет человека, заслуживающего большего сожаления, чем тот, кто думает, что ему нечего менять в себе. Это признак гордого человека, когда он думает, что вот принимайте меня таким, какой я есть. Вот, но это просто манипуляция. Просто человек не собирается в себе ничего менять. Это признак гордыни, когда человек думает, что его должны принимать таким, какой он есть. Когда человек обладает смирением, он всегда находит в себе что-то, что нужно поменять, что то, что мешает ему в преданном служении, какие-то заслонки, которые вот мешают этот поток вот этой духовной энергии. У нас всегда есть что менять. И когда человек заявляет, что принимайте меня таким, какой он есть, это просто заявление материального человека, материалиста просто. У преданных не должны так думать. Вот, и потому вот эта история для нас вот очень поучительна тем, что вот когда сталкиваются вот эти вот духовные энергии, материальные энергии, вот какая происходит битва, кто же здесь победит, да? Вот, и вот Дакша здесь представляет материальную энергию, а Сати, она как бы вот, ну, представитель Господа Шивы, чистого преданного, вот она представляет духовную энергию. Вот. Но опять же здесь, вот, как говорю, тут два вида проявления гнева, которые вот, какой гнев проявляет материальная энергия, какой гнев проявляет духовная энергия, они также отличаются. Вот. И когда вот Сати поняла, что ее муж был оскорблен, ее охватил страшный гнев, и она с такой яростью посмотрела на отца, что Дакша как будто запылал под ее взглядом. Вот, насколько мы, в принципе, не можем терпеть, мы, в принципе, даже не должны терпеть те вещи, которые противоречат религиозным принципам. То есть вот мы не должны идти на какие-то компромиссы. Вот Шрила Прабхупада, он вообще он не шел на компромиссы. Он был очень честным и в своей проповеди, и он тоже бывал, что и ругал, и гневался. Вот. Но даже вот называл людей там и ослами, и там и обезьянами, и козлами, там, в общем, всем подряд, да. Вот. То есть, ну, это также выражение гнева, потому что Прабхупада также был недоволен. Он не шел на компромиссы. По-другому, да, не будет понятно. То есть, ну, просто по-прямому, вот так, раз, сразу в лоб. Вот. И, то есть, опять же, вот какой мотив? Мотив тот, что или ты или это делаешь для себя, чтобы оградить себя, чтобы, как говорится, то есть, ну, эгоистический гнев — это когда ты должен принизить другого для того, чтобы себя возвысить. Ну, мотив такой, да. А, вот, а когда, если ты гневаешься для того, чтобы просто изменить ситуацию к лучшему, то есть чтобы восторжествовали религиозные принципы, то такой гнев оправдан. Вот, и тогда просто вот, ну, ты не идешь на компромиссы, потому что это, если ты идешь на компромиссы, значит, ты оправдываешь свою слабость и оправдываешь слабость других людей. То есть это тоже как бы такой, ну, манипуляция, как бы обман. Вот, и мы, ну, таких вещей, в принципе, ну, не должны делать. Если мы честны, если мы действительно серьезно практикуем, то тогда мы не делаем каких-то уступок. Ну, если действительно мы честные, если нам действительно важен наш духовный прогресс, то мы не делаем уступок майе. Вот. И если мы честный человек, он, его действительно начинает как-то, ну, коробить вот какие-то отступления от религиозных принципов. Потому что, ну, он видит, во-первых, это потеря времени, во-вторых, это просто обман, в-третьих, это просто не принесет плодов. И зачем вообще все это делать? Это просто глупо.
Вот. И вот у Сати вот именно вот как-то вот поднялась вот такой гнев из-за того, когда она это все увидела, вот у нее вот гнев был именно таким, что ее даже вот встреча с любимой матерью, с любимыми сестрами, которым она так хотела увидеться, ее даже это как-то не задело, поскольку вот она увидела более важные вещи, вот это ее просто вывело из себя. Вот, и вот здесь вот стих именно об этом, что ну, достаточно актуальный также для нас. Вот, как материальная энергия может завладеть нами, и как мы можем попасть вот под влияние. Вот, и как наша деятельность может, как тут выразиться правильно, может та же самая деятельность быть под влиянием материальной энергии, а может быть не под влиянием материальной энергии. Опять же, вот причина в том, какие у нас мотивы внутри. Вот, то есть вот, ну вот я вот тут просто можно чуть-чуть повторить, что я говорила о том, как душа попадает в плен материальной энергии, о том, как речь без любви, она приносит, просто не приносит никаких плодов, когда вот я приводила эту притчу про этого сатану в церкви, да? Вот. Потом, что мы должны заглядывать в свое сердце, что происходит в нашем сердце, что демоны никогда не заглядывают в свое сердце. Вот. И то, что у нас к нам постоянно должна поступать духовная энергия, и какие качества мы проявляем, если нам духовной энергии не хватает. Вот. И о гордыне, то есть вот к каким качествам приводит ну, гордыня, что просто это ну, демоническое качество. Вот, ну, вот какой-то краткий такой обзор. Вот. Теперь я почитаю еще раз стих. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, Господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил Господа Шивы, но и не оказал должного приема ей, великой супруге Господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Вот. Может, какие-то вопросы? Угу. Не знаю, может, микрофон, или я тогда громче потом скажу. Ага. Да, вопрос был, мы должны подключенными быть к духовной энергии. Что это значит быть подключенным к духовной энергии? Во-первых, это 16 кругов. Это первое, что у нас должно быть, потому что повторение 16 кругов — это первое подключение, самое главное к духовной энергии. Вот, если мы не повторяем или повторяем с оскорбления, к нам духовная энергия не поступает. Или поступает вот через такую маленькую щелочку. Вот насколько мы открываемся, настолько к нам это и проникает. То есть убираем все заслонки вот эти материальные и просто начинаем вот медитировать на Кришну. То есть правильное понимание повторения святого имени. Потом шастры, изучение шастр, правильное изучение шастр и обсуждение их с преданными. Вот что мы сейчас и делаем. Потом киртаны, принимание прасада. И общение с духовным учителем и выполнение его указаний. Вот у нас есть очень большой арсенал для того, чтобы преградить доступ материальной энергии в нашу жизнь. Шрила Прабхупада нам уже все дал. Главное, чтобы нам все вот это делать. Вот. Еще вот общение с преданными очень важно. С преданными, у которых есть вера. И вот это общение, которое передает присутствие Кришны в нашу жизнь. Это не просто какая-то праджалпа или какие-то разговоры, в которых не рождается Кришна.
Вот даже мы, когда мы читаем Шримад-Бхагаватам и обсуждаем вот эти писания, в лекции должен родиться Кришна. Вот. И потому что Шримад-Бхагаватам — это и есть сам Кришна. И когда мы обсуждаем Шримад-Бхагаватам, изучаем, то он как бы должен проявляться здесь, вот в лекции. Вот, и в этом обсуждении. И мы это должны как бы почувствовать, и это мы должны впитать в свое сердце для того, чтобы вот это, вот впитать вот эту духовную энергию самого Кришну и жить с этим. Каждый день мы вот как бы вот пополняем свою батарейку вот тем, что мы читаем каждый день, мы обсуждаем вот это Шримад-Бхагаватам, мы каждый день повторяем мантру. Для чего мы это делаем? Потому что вот с самого утра мы эту духовную энергию в себя, ну, по краунам, как говорится, вот, вот, и вот как мобильники, да, вот, вот подключаемся к сети, и все, и с полной батарейкой мы живем. К концу дня она бывает, что садится. Вот, поскольку мы занимаемся иногда и какими-то обязанностями, какой-то материальной деятельностью, вот, которая забирает у нас духовную энергию. И вот следующее утро мы тоже делаем то же самое, чтобы опять наполниться духовной энергией и чтобы вспомнить Кришну, зафиксировать его. И вот мантра особенно дает вот эту фиксацию на Кришне. Вот это наше личное общение с Богом, вот это вот наше личное 2 часа нам дается для того, чтобы мы зафиксировали свое сознание на Кришне. И вот жить с этим весь день и пытаться сохранить это в себе, не расплескивать туда направо, а вот сохранить, накапливать эту духовную энергию. Вот. И каждый день эта духовная энергия у нас накапливается по капельке, и, вот, и потом мы становимся полными, в конце концов мы становимся полными. Вот, и вот таким образом, то есть вот это к нам приходит вот эта духовная энергия, вот, просто мы должны быть открытыми для этого, максимально закрыть общение с материальными людьми, с материальной деятельностью, вообще не быть в тех местах, где наш ум выходит из равновесия, и просто стараться больше вот, ну, общаться с преданными. Как бы, особенно с теми преданными, вот, которые передают свою веру, веру в Бога. Вот это особенно важное общение, вот именно искать общение с такими преданными, серьезными, глубокими. Тогда духовная энергия к нам приходит очень сильным потоком. Так что, вот, наверное, долго отвечала, но как бы можно, ну, много на эту тему говорить вообще-то. Так. Угу. Еще вопрос, да. От чего? От духовной силы. Духовной силы? Да. Так это то же самое. Сила — это и есть энергия. А, да, вопрос. Да, духовная сила — это Баларам. А мы все-таки это какое-то имеет уже такое, как сказать, это духовный учитель. Да? Но это вы сейчас как бы это более как бы, ну, широко сказали, что это, ну, как бы, все равно все, это значит, все исходит от духовного учителя. Это именно то, от чего мы получаем вот эту силу, это духовная энергия, это повторение. Если мы будем повторять вот просто святое имя без инициации, да, без посвящения, то имперсоналисты не могут, они тоже пользуются, они повторяют, они получают, так мы говорим, да, эту духовную энергию. Ну а почему вот у нас вот говорится, что вот духовный учитель, вот это и есть вот сила, это Баларама. Как мы вот говорили, что как вот обсуждали вот это Шива, да, и что является Шива, вот мы говорим сила, духовная сила для Сати, это интеллект, да. То есть вот это я хотела бы уточнить. Как еще раз вопрос? Я просто хочу в микрофон повторить. Да, говорим, чем отличается духовная энергия и духовная сила, да, так, да? Потому что энергия Угу.
Чем отличается духовная сила от духовной энергии? И вот Амрита Мани говорит, что вот, ну, духовный учитель, он как бы вот, в принципе, вы ответили даже на свой вопрос, что вот, духовный учитель, он и передает эту духовную энергию. Почему мы принимаем инициацию? Потому что мы сами не можем. Мы через подключаемся к парампаре, и тогда вот через парампару от самого Кришны, через парампару, через духовного учителя к нам вот приходят знания и духовная энергия. Вот. То, что мы там сами что-то пробуем без духовного наставника практиковать, то это просто имитация. То есть это не авторитетно, это быстро все кончается, потому что основы нет, фундамента нет. Оно как бы может оно и появляться, и в то же самое время исчезать, потому что нет основы. Вот. И, в принципе, духовная сила и духовная энергия — это, ну, как бы то же самое. Вот. Поскольку у нас… Ну, я имею в виду, что вот как духовную практику на основе шастры, на основе вот, ну, сознания Кришны я имею в виду. Вот это. Вот. Если там какие-то йоги, там, которые не касаются там, сознания Кришны, то это другой аспект. Но вот у нас вот, сила, она и есть, это энергия. Сила — это и есть энергия, сама это поток этот. Потому что энергия, ну как, она сама по себе, она не может существовать. Сама по себе это сила. Ну как бы вот если я вот… Откуда это появляется? Источник? Она исходит откуда-то, да, она исходит откуда-то, да. То есть… Можно ли без духовного учителя? Можно, но это будет очень долгий процесс. Можно. Есть такие примеры даже вот в шастрах, что медитация там вот… Кто там учился стрелять, медитируя на духовного учителя? Или Экалавия, да? Вот. Ну, в принципе, он достиг больших результатов, как бы, да, вот просто медитируя и через медитацию получив знания. Он медитировал, но инициацию не получил. То есть все равно это как бы было. То есть учитель не подтвердил это его обучение. То есть это все равно авторитетно, это должно передаться вот личностью, как вот мы даже гаятри повторяем. Есть люди, которые просто так гаятри повторяют, они ее знают и просто так повторяют, но она не работает. То есть гаятри, он должен прочитать тебе духовный учитель в ухо, в левое ухо он должен прочитать тебе гаятри. Вот. И тогда, когда мы услышим это, тогда это начинает работать. То есть духовный учитель вкладывает это… я помню, мне в правое говорил, не в левое. Да, я сидела, да, и учитель был с этой стороны. Не в левое, вроде. Ну ладно, короче, это… То есть… Когда мы духовную силу именно получаем именно тогда, когда духовный учитель нам это вкладывает. То есть то, что мы сами пытаемся делать, это просто имитация. И я много раз вот в лекции слышала, что это не авторитетно, это не работает. Вот. И, в принципе, вот эту силу мы ну, получаем от выше. То есть как она, сила, она перетекает свыше вниз. Так вот, свыше вниз она течет. То есть когда мы принимаем смиренное положение, мы становимся низкими, и когда принимаем вот это ну, авторитет, который выше нас, тогда вот это духовное знание, эта сила стекает сверху вниз, вот так вот. Вот положение смирения. А то, что мы там никого не принимаем, и это просто что-то делаем сами, здесь тоже может присутствовать элемент гордыни, то есть это может не работать даже. Ну вот как бы так. Коротко. Угу.
вопрос в том, что если нет духовного учителя, и значит, это бессмысленно повторить мантру. И, в общем, нет, не бессмысленно. Потому что у вас же все равно, у вас есть Прабхупада. Вы же все равно приходите в храм, у вас есть какие-то авторитеты, да, вот все равно. Вы даже, может быть, еще не инициированный, но вы имеете в виду уже, может быть, выбрали духовного учителя уже или не выбрали еще? Выбрали? Ну вот, Прабхупада. Но все равно у вас есть духовный учитель, Прабхупада, у вас есть авторитет. Вы тоже, вы не сам по себе. И вы все равно, у вас цель такая, что вы в итоге все равно когда-то вы выберете себе духовного учителя. Но цель такая, что ну, прогресс. Вы на мертвой точке вы не застреваете. Вот, и вы все равно выберете духовного учителя, он вам даст духовное имя, вы будете под руководством духовного учителя. То есть это не бесполезно, вы в процессе. Вы не оторваны от парампары все равно, потому что вы вот приходите в храм, это все принимаете просад. Это работает, но... Угу. Мы подготавливаем это к этому, потому что, что касается Хари Кришны мантры, она по себе, на самом деле, даже имперсоналисты, даже если человек, он повторяет, вот просто Хари Кришны, оно может, оно такое сильное, что оно может давать освобождение. То есть иногда преданные могут долгие года повторять, и они говорят, ну, я как бы, оно, конечно, может поднимать до гуны благости, они могут даровать материальные блага. Да, это правильно. Да. То есть правильно. Это оскорбление, сутаянитми, просто тоже есть оскорбление, которое, если ты повторяешь ради материального... Да, вот Амрита Мани хорошо сказала, да, вот правильно. Только когда мы получаем инициацию от чистого преданного, вот я своего духовного учителя там слышала лекцию специально, даже у меня есть, тогда мы получаем благословение от чистого преданного достичь чистого преданного служения. То есть только с его благословением и с его руководством мы можем достичь чистой, повторяя Харикришну мантру. Иногда преданные не застревают, иногда говорят, ну я и так все у меня хорошо, как бы они как бы, я и сам могу всего достичь. Но чистого преданного служения без инициации чистого преданного мы не можем. И вот это поэтому есть парампара, ученики же Прабхупады, и мы вот получаем это, мы присоединяемся. Да, я коротко повторю, если кто там, если смотрит трансляцию, то, в общем, что вот Амрита Мани очень хорошо сказала, мне очень понравилось, как вот заметила, что повторение Хари Кришна Махамантры, оно может просто дать какие-то материальные блага или просто привести к освобождению. То есть, но чистую любовь к Кришне может дать только духовный учитель. Вот. И потому нам просто необходимо принимать духовного учителя, потому что, чтобы мы вот, ну, не попали вот это, под это влияние вот такого вот имперсонализма какого-то, чтобы вот, то есть лично общение с Кришной, ну так добавляю чуть-чуть, то есть может дать только духовный учитель, вот духовная энергия переходит через духовного учителя. То есть, ну, это я для тех, кто слушает. Окей, ну, наше время закончилось. Еще вопросы есть или нет? Спасибо вам, что пришли на лекцию. Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая.